Да, я учился на библейских курсах. Я на библейских курсах не училась. Да, я закончила библейские курсы. Да, я училась на библейских курсах. Я не училась никогда на библейских курсах. Да, я училась на библейских курсах. Я не учился на библейских курсах вообще. Да, я учился на библейских курсах. Те знания, которые я получила, они дали основание для моей жизни. Это дало мне твердое основание, тот стержень внутри, который есть и помогает сейчас идти по жизни. Такая радость приобретения новых знаний. Я там еще и нашел себе ту вторую половинку, свою жену, с которой мы сегодня вместе. В первую очередь, конечно, я научилась читать Библию, понимать Библию. Помимо того, что ты учишься и познаешь Бога, ты приобретаешь там новых друзей. Основание для семейной жизни, основание для воспитания детей, да вообще для любой сферы, основание для работы. Это благословляет весь мой дом, это благословляет всю мою семью. Для меня важно научиться читать Библию. Мне бы хотелось почерпнуть для себя интересную информацию. И в беседе с моими неверующими, знакомыми, близкими мне людьми, мне бы хотелось не только говорить о своем личном опыте, но также подтверждать это аргументами и фактами из Библии, действительно интересными, которые могли бы их зацепить. И с помощью этого мостика они бы приходили к нам в церковь. В Библии есть много местописаний, параллельных местописаний, которые между собой пересекаются, и порой возникают вопросы, на которые хочется получить аргументированный ответ. И я уверен, что на библейских курсах я смогу получить такой ответ. Я каждому просто рекомендую, обязательно идите в библейскую школу.